Очень гордое имя. Енисей – сибирская тяжелая машина. Прежде всего, я хочу поблагодарить весь тренерский состав. Отдельно Александра Юрьевича Первухина, который воплотил свою мечту в жизнь и воспитывает регбистов от самого маленького возраста до чемпионов. Город Красноярск гордится своей командой. Ну, мы хотели, то есть, на фоне всех этих неприятностей этого года все-таки сделать такой праздник для клуба, для наших детей, главное, для наших родителей, потому что, еще раз, очень такой серьезный у нас состав родителей, который сегодня будет играть, будет участвовать в жизни школы и клуба. Сегодня наш праздник продолжается. И я всех поздравляю. Всем благодарен за эту совместную работу. Отличный праздник, атмосфера такая прям добрая, душевная, спортивная, прям готовы везде участвовать. Участвуем в Тек-регби, кстати. И не сесть всем с праздником, вы супер, отлично, вы лучшие, вы первые.